Привет, мои дорогие ребята! А меня Рустам, и мы сегодня посмотрим на жвачки Дружба. Я сегодня еще себе купил такие карты дурак. Давайте сначала посмотрим на вот эти жвачки. Ребята, интересно вам? Мне тоже. И я смотрю. О, у меня вообще нет такой. Во, какая классная точка. Интересно. Ладно, ребят, давайте следующий раз. Давайте вот эту зелененькую. Ребята, сейчас вы увидите. Это просто точка будущего. Вот. Это как будто электромобили, ребята. Вау. Ладно, ребят, давайте следующий пойдем. Давайте откроем вот это. Ребят, смотрите, какая тут классная точка. Вау. Это тоже какая-то точка будущего. Ладно, ребят, а мы пойдем к этому. Вау! Класс. Ладно, ребята, и наш последний. И мы идем потом к картам вот этим. Давайте откроем его. Ребята, и нам сегодня повезло. И от повторов. Вау, класс. Ладно, ребята, и мы приходим к картам. Давайте их откроем. Я смотрю, только... Вот, ребята. Такие карты. Вау. Вот это да. Давайте, ребят, посмотрим. Уф, вот же черт. Вот, ребята. Вот такие классные карты. Я все же купил. За 50 копеек. А вот эти у нас турбо, она турбо стоит 10 копеек. Вот, ребята. Класс, да? А, ребят, кому сегодня понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!